17-я областная научно-практическая конференция «Молодежь и религия» прошла в Химках. Площадкой для бесед о духовности уже в третий раз стала Российская международная академия туризма. Мероприятие посетили более 50 благочинных со всего Подмосковья. Участников приветствовал сам митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Он вручил грамоты преподавателям академии за труд во славу церкви. Здесь мы встречаемся с теми, которые общаются с людьми не только нашими, российскими людьми, но со всего мира. И насадить в сердце их любовь к Богу, к ближним, любовь к нашему Отечеству – это очень большая наша задача. В конференции приняли участие более 500 молодых людей. Студенты Академии туризма были в числе не только слушателей, но и докладчиков. Я подготовил сегодняшнее выступление про, я думаю, ни для кого не секретное это место, это Святая гора Афон, которая является уникальным монашеским государством, единственным в мире, даже не похожим ни на что, даже тот же самый Ватикан, в который могут попасть любой, а на Афон может попасть только мужчина. Проведение конференции в стенах Академии туризма уже стало доброй традицией. Когда ребенок растет, делают зарубы на одной и той же стене. И возможность вернуться в вуз и посмотреть, сколько мы выросли за год, соответственно, очень удобно именно в тех стенах, где начинали расти. В рамках конференции прошли 4 круглых стола. Организаторы надеются, что им удалось напомнить молодежи о традиционных духовно-нравственных ценностях.